На Камчатке в первую неделю года зарегистрировано 32 случая гриппа. Речь идет о лабораторно подтвержденном гриппе штамма Б, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Вместе с тем, эпидситуацию по гриппу и ОРВИ в крае ведомство оценивает как благополучную. Заболеваемость в целом по совокупному населению и по отдельным возрастным группам не превысила недельные эпидпороги.